октября. Большой праздник и важный день для миллионов школьников в нашей стране. «Локомотив» не мог пройти мимо такого события и подготовил сюрприз. На урок футбола в одной из московских школ сразу после торжественной линейки приехали Маркес Майкон и Александр Коломейцев. Почему именно это место? Все просто. Гимназия относится к Институту путей сообщения, так что что-что, а уж слово «Локомотив» здесь точно знают не понаслышке. Приятно, то, что они приехали к нам, именно к нам, а не в другие школы. И очень весело поиграть было с ними. Пошли к Рейлу пообщаемся. Как вообще у тебя ощущения от такого необычного 1 сентября? Ну, это самое необычное 1 сентября в моей жизни. Дети, конечно, это будущее, это радость, это счастье, беззаботность. Школа, веселье, учеба, знания. Хорошо это, что «Локомотив» сделал, потому что дети, они будут чуть-чуть вместе игроки. Но это отлично, меня очень рада сегодня здесь и помогаю, и все сделают. Ты доволен, красавчик, спасибо. Ты помнишь какое-нибудь свое вот особое 1 сентября? Да особого, наверное, нет. Но, мне кажется, когда я вспоминаю 1 сентября свое, когда я совсем маленький был, с цветами в школу. Так что какого-то особенного не было. Ну это круто, да, когда к детям? Ну, да, конечно, прикольно. С детям всегда радостно приходить, особенно когда праздники, это 1 сентября, так ну, хорошо, весело. Самому-то понравилось? Конечно, естественно. Вроде, думаю, не только мне, надеюсь, понравилось. Главное, чтобы детям понравилось. Согласна, спасибо.